Всем привет! Итак, для новоприбывших подписчиков. Привет, товарищи! Хотел бы просто сделать небольшой обзор, ну и поделиться немного о планах. На данный момент нас уже 3527, конечно же, далеко не все смотрят, но тем не менее это уже хорошо. Итак, если вдруг еще не разобрался, что тут на канале. На канале много всего. Классные видео. И можем посмотреть все видеоролики. Но они как бы здесь, понятное дело, особо не отсортированы. Ну, их немало. В основном это у нас языки C, C++. То есть канал посвящен этому. Потому как других языков я не знаю. Я там с разными языками там работал, выполнял какие-то задачи. Но сказать, что я их прям хорошо знаю и могу о них рассуждать и рассказывать, ну, нельзя. Что есть на канале? Ну, плейлисты. Один из подписчиков, ну, не увидел, что есть плейлисты. Все, конечно же, бывает. Можно не увидеть, действительно. Здесь есть плейлисты. Есть некоторые плейлисты, которые из одного там видео, к примеру, обзор игры ТИК 80. Ну, для программ... Даже это не игра, это просто движок, да. Вот игра Hacknet, игра Wild True. Есть какие-то размышления. Это я вообще начал записывать Fallout и Fallout 2 в качестве экспериментов, ну, потому что иногда просто нет времени. Последнее время, месяца два или три, очень мало времени, практически нету. И что-то создавать по типу, как были видео, HTTP сервер, либо веб-сервер, вот, либо там были где-то были, ну, типа вот Qt Widgets, YouTube Data API, где-то была игра, пишем игру с нуля, и подобные ролики. Короче, на это иногда просто нет времени, потому что есть на самом деле задачи, работа, которую надо выполнять, и соответственно что-то делается вот типа такого Fallout, в котором я стараюсь типа играть и зачитывать книгу «Совершенный код». Конечно же, во всем нужен опыт, и благодаря там вашим комментариям, подсказкам, ну, то есть нормальным комментариям, не всякий, я там комментарий типа «ты аутист» там и все такое, я их игнорирую, а нормальный комментарий, что, мол, а вот сделай вот это, либо вот так вот будет лучше. Вот один из подписчиков написал, говорит, попробуй игру Terrarium, по-моему, или что-нибудь. Я посмотрел, в принципе, можно будет, она вроде там не надо такой концентрации, можно что-то делать и заодно читать какие-то полезные книги. Очень много хороших и полезных книг. Короче, надо опыт. Поэтому, ну, пока вот получается так, я смотрю, что кто-то смотрит. Ну, значит, если кто-то смотрит, значит, это кому-то нужно. Так вот, на канале, помимо уроков, которые дополняются, как мы видим, вот неделю назад был добавлен урок по C. Там 35-й веб-сервер за час. Вот по C++. Много всего на канале. В каждом видео, к каждому видео, обращаю ваше внимание, внизу есть ссылки. Ссылки на ну, вот это я не всегда обновляю. Короче, вот список видеороликов по темам. Вы туда можете перейти и увидеть ссылки на GitHub репозитории. Это мое видео сюда разместило, оно такое. И посмотреть все видеоролики, которые есть на канале. То есть вот здесь они собраны. Там рубрика «Вопрос-ответ». Кстати, если есть какие-то вопросы, желательно задавать в этой рубрике. И вот были вопросы, на них были ответы. Дальше там игры с нуля, обзоры языков программирования, язык программирования C, лекции, они добавляются, язык программирования C++, эффективный C++, C++ 17, алгоритмы тоже, все это будет постоянно обновляться. Проекты, алгоритмы разные, C++ и C сопутствующие вопросы, создание общих библиотек. Кстати, на GitHub там есть, когда у меня было время, там
были созданы небольшие библиотеки, но тем не менее с помощью их уже можно рисовать там в OpenGL что-то, ну, простые, простые вещи. Дальше, паттерны проектирования, графы, Qt widgets, разное он просто, как убрать шумы, как сделать гифку, как, а где-то, а, вот гифка, что-то еще было, я забыл, короче. Физика в играх основы. Игровой движок Default, игровой движок Godot, игры для программиста, вон, Colabot, Scripps, Coding Game, CodeVars, Timus, C-Robots, Code Combat, Code World, и вот дальше, Elevator Saga, Fallout, тут размышления, тут надо обновить. Короче, вот переходя по этой ссылке на этот список, вы всегда можете... Ну, посмотреть, что тут есть, или добавилось ли что-нибудь. Когда у меня было время, я писал еще небольшие блоги. Блоги советую прочитать, особенно новичкам. Потому что в них это не дублирование текста, а здесь добавляется что-то такое, другое, с примерами. Но на это просто писать еще вот такие блоги вообще нету времени. По видео еще можно выкроить время и говорить о том, ну, о чем ты знаешь, с чем ты недавно работал, но по блогам пока нету. По мере роста развития канала, конечно же, в идеале было бы хорошо, если бы на канале нас было бы очень много, и тогда бы я конкретно работал бы на подписчиков, ну, будем говорить прямо, да, на вас, подписчики. То есть сделал бы видео. А тем очень много. Очень много это вот, давайте навскидку вспомню, у меня отмечено. Open CV хотелось бы сделать. И не просто обзоры, а несколько каких-то нормальных, ну, примеров. Что это такое Open CV, как с ним работать, как ту камеру включить, как там распознать лицо или еще что-нибудь. Дальше вот этот движок был Open AICAP открывался, им заинтересовал движок Chipmunk, по-моему, ну, физический движок Манк, по-моему, физик, что-то такое. Дальше OpenMP, это то, что вот приходит, Lua давно уже хочу сделать обзор, и не просто обзор, а несколько уроков, ну, потому что это довольно полезный скриптовый язык, который живет очень долго. Да-да-да, кстати, WebAssembly, блин, тоже. Корону еще хотел. Корона Engine. Что еще было? Алгоритмы всякие. Один из первых вообще запросов был у меня по A-Star. Алгоритм поиска пути. A-Star. Очень классный, крутой алгоритм. Но у меня не доходят руки, потому что если делать что-то подобное A-Star, то нужно делать как минимум, не знаю, так, где тут алгоритм ли? Алгоритм, блин, быстрый поиск, так, на русский не переключается, но это мне когда видосы пишут, это что-то программка. Так, сейчас я быстро, где-то был алгоритм на волновой метод поиска пути. Вектор движения Paratrooper. Анимация снега в OpenGL. Ёлки-палки, я и забыл. Да много всего здесь есть. Вот алгоритм Ли. Поиск кратчайшего пути. Соответственно, A-Star, ну просто о нем рассказать. Ну, такое как бы. Хотелось бы какой-то кусок кода привести, чтобы это собственноручно, собственнописное было. Потому что вот здесь, к примеру, это все написано... Написано самим и показано, рассказано, то есть волновой метод поиска пути, то есть готовый кусок кода, его модифицировать под ваши нужды. Тут, по-моему, даже улучшенный метод. Конечно же, это не я придумал этот алгоритм, но я обычно, если не втыкаю, не забываю, я обычно говорю ресурсы, откуда я это взял. Ну вот здесь сортировка шелла, простые сортировки. Я должен был говорить, я уже не помню, но это из книги Роберта Седжвика, по-моему, Роберт его вроде зовут, да, вот оттуда. Короче, так вот, A-Star, просто о нем рассказать, ну такое, не вижу смысла, а вот показать еще, визуализировать... Написать код, рассказать по коду, это совсем другое. То есть хотелось бы именно вот на таком уровне.
Дальше. Все советы хорошие от Скотта Майерса. Майерс, по-моему, он так вот пишется. Дальше. От Саттера. Саттера есть... Могу ошибиться в написании. Всякие различные сложные задачи по C++ и разборы. Дальше какие-то там тоже интересные советы от Александреску. Есть такой крутой программист. Он иногда, конечно, как напишет что-то, там очень сложно разобрать. Не то, что новичкам, а уже опытным людям. Но такое есть тоже много интересного. По поводу всяких тоже движков, вот здесь Corona Engine, вот этот физический движок, тоже я уже позабывал, надо где-то документики открыть, где просто помечал ссылки. И много-много всего на самом деле. То, что касается как раз основной темы языка C и C++ и рядом, да, там плюс-минус, всякие советы, всякие паттерны, всякие полезные книги, всякие там обзоры, то есть... Планов очень много, хотелось бы, конечно же, со временем все их реализовывать. Но в этом можете помогать вы. То есть, чем больше нас будет, чем больше подписчиков и чем больше будет просмотров, конечно же, можно будет со временем выделять время. То есть, где-то отказываться от каких-то, скажем, частей работы, и перенаправлять все усилия, ну не все или частично, уже на создание материала для канала. Ну а пока как есть, так есть. Поэтому все комментарии я читаю, реагирую. Ну если не адекватные комментарии, если есть какие-то советы, то конечно же я только рад, когда люди советуют. Иногда эти советы даже помогают. Бывало у меня и качество звука плохое, бывало там я что-то приболел, покашливал, и на самом деле, ну, как-то не замечал это, подписчики пишут, мол, так и так, я такой, елки-палки, и уже начал за этим, ну, следить. Ну, в общем, вот по-простому, как есть, я вам все рассказал. Поэтому, подписывайтесь, лайкайте, там, не знаю, рекомендуйте друзьям, если данная тематика, а здесь тем много, вас интересует, и вы хотели... бы развиваться вместе со мной, так как в любом случае, что-то создавая, ну где-то делая обзоры, я все равно что-то новое узнаю, либо вспоминаю, либо еще что-нибудь, ну и все такое. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки и все такое. Всем пока!